Нифига себе, смотри, Жень. Из пробочек сделан волк. Ладно, перевернутые пробочки. Они крепятся, наверное, удобно. Из бутылочек. О, слушайте, красота. Неописуемая. Там, там подъезд. Все из бутылочек сделано. А бутылочки все одинаковые. Ладно. За это в окно. Матрешки тут стоят. В окно там смотришь, и сад такой, да, вообще, слушай, из бутылочек столько всего можно сделать. И птичка летает. Глаза разбегаются даже. Там вот тоже из попок бутылочек. Деревья какие-то сделаны. Какие-то там что-то. Вот такие тут ананасы, что ли. Клетки. А в клетках попугаи. Сделанные тоже из бутылок. Здесь цветочки. Здесь эти, как их, господи, колокольчики из цветочков сделаны, цветочки. И тут тоже. А здесь настоящие цветы. Улитки сделаны из шин. Слушай, тут глаза прям... Жень, только не передо мной проходи, ради бога. Тут тоже эти... Как это? Аисты с лягушкой. Лягушка у него во рту. Из шин сделаны. Велосипед старенький. Стоит там. Цветочков. Я видела, сразу увидела, как зашла. Тут тоже, смотри, цветочки. Там какие-то люстры. Куча всего. Глаза прям аж разбегаются. А тут смотри, какие гирлянды. Они нитками привязанные. Привязанные ниточками. Друг к дружке. Откуда столько цветных бутылок взято? Я что-то даже вообще не замечала, что столько есть цветных бутылок. Тут тоже всякие деревья стоят. Сиденья. А тут наверху сколько тоже. Гирляндочки. Такой, кстати, на Новый год. Наверное, прикольно будет. Змей Горыныч, смотри. А здесь всегда ворота закрыты были, поэтому не видели. Разве? Я смотрю, ворота открыты. Сколько всего, интересно. Там тоже окошечко. В окошечке сидит игрушка какая-то. Даже тут наверху сделаны мордашки из этих канистр. Там тоже всякие разные игрушки заброшенные лежат.
Там шины, материалы разные. Бутылки, в которых уже нету попок. Щетки какие-то разные. Какая красота! Из каких-то бутылок сделана такая красота. Придумать же еще только это. Слушай, даже боксерская груша висит. Кто? Сурикаты. Сурикаты. Боксерскую грушу, смотри. А тут тоже. А, из бутылочек, смотри, тоже сделаны такие. Женя, ты мне экран сейчас загородишь. Разрезанные, волнистые. Скворечник. Сурикат. Крокодил такой. Из шины сделанный. Здесь одежда полицейская, сапоги такие классные, машина старая. Тут мужчина был, я помню, он все время ремонтировал свою машину. Наверное, вот это он все, может быть, и сделал. А теперь она уже просто что-то стоит и стоит так. Ну, из бутылочек. Куколка из соломы. А там еще кто-то может быть увидит свои игрушки. А здесь вырезаны из травки. Ковровая травка, что ли, как там так называется. Лебеди. Тут цветочки. Покрышки. Или как покрышки, что ли, их называют. Разные. А вон игрушки в телевизорах. Ба. В телевизорах игрушки. Сидят. Жень, смотри, вон игрушки в телевизорах. Машина немножко сгораживает. Там, там тоже. Слушай, так красиво. Там книга какая-то лежит большая. Игрушки детские. Тут, наверное, ребенок живет. Для ребенка это, наверное, настоящий рай. Ракурс посмотрим. Овечка там. Такое 80-е годы напоминает. Что так ярко тут. Зеленого здесь больше, да, Жень? Да? Тот ковер, который был у моей бабушки. Там ковер еще висит. Там еще и ковер висит. Такой маленький, разводит. Невеста напоминает. Заяц невесту украли. Залезь туда. Слушай, сколько труда, представляешь? А там снегири еще на птичке. Мне кажется, каждый день можно увидеть что-то новое. Дай бог, чтобы это все сохранилось подольше. Да. А там картина, смотри. Зашел, что он сюда зашел. Да. Ба, петушок, смотри, машина приехала.